То, что непростые экономические условия у нас на сегодняшний день складываются вообще по всей стране, не только в нашем округе, это, в общем-то, я думаю, что период временный. Что касается сферы культуры, я думаю, что властями округа сделано достаточно много для того, чтобы мы смогли преодолеть те вот финансовые трудности, связанные с тем, что, во-первых, у нас современное здание, новое современное здание, которое оборудовано по последнему слову техники. Поэтому, в общем-то, все условия для дальнейшей работы у нас есть. Весь необходимый инвентарь, звуковое, световое оборудование, светлые, уютные помещения. Поэтому я думаю, что в, пусть непростых, но тем не менее экономических условиях учреждением культуры развиваться, сохранять культуру и развивать культуру, в принципе, в Ненецком округе можно. По одной простой причине, потому что услуги мы оказываем не за доллары, а за рубли. Естественно, мы будем ориентироваться на посетителя так, чтобы цена входного билета на наше мероприятие была допустимой, достаточно доступной. Поэтому я думаю, что мы с оптимизмом смотрим в будущее, а оно будет однозначно светлым, потому что наша страна сильная, крепкая, держава динамично развивающаяся, с мощным лидером. Ну, а что касается конкретно развития культуры Ненецкого округа, я думаю, что были разные времена. Мы ее сохраняли, мы ее развивали и будем это делать.